показала практика, в период пандемии вакцинация – первое дело, которое надо активно внедрять в жизнь. Это хорошо усвоили и в Курдайском районе. Здешние местные власти вместе с медиками продвигают эту работу повсеместно. Передвижные медицинские комплексы по вакцинации населения уже давно обосновались на местном рынке Баурхан. Здесь же люди заполняют необходимые документы и анкеты и получают прививку. Для этого созданы все условия. Передвижной комплекс работает с 8 утра до 8 вечера. Чтобы населению было удобно, открыли вот такие передвижные медицинские комплексы. На сегодня уже свыше 100 человек получили прививки. А вот второй компонент вакцины курдайцы смогут получить уже в стенах Центральной районной больницы согласно графика. Сейчас курдайцы получают вакцину «Спутник» и «Хаятвак». Всем им дана конкретная рекомендация по вакцинации. На сегодня в Курдайский район доставлено 12 400 доз вакцины «Спутник», 3700 «Хаятвак» и 104 дозы отечественного «Казвака». Свыше 15 000 курдайцев уже вакцинировано. Кулеш Умурзакова, Болнур Берикбай, 77 News.